Добрый день, приветствую вас в магазине «Горные вершины». В этом видео я расскажу вам о линейке креплений для беговых лыж сезона 19-20. В этом сезоне мы видим практически полное доминирование NNN-совместимых систем. То есть система SNS Pilot постепенно уходит с рынка. Крепления от фирмы Fisher представлены креплениями Tournamic, вышедшими на рынок в 2017 году. Крепления эти устанавливаются на систему IFP, к системам NNN, платформе NIS они не подходят. Отличаются они поворотным механизмом, крепления простые, надежные. Плюс их в том, что очень легко их расстегнуть, застегнуть на любом морозе в толстых перчатках. Гоночные крепления представлены двумя моделями. Креплением World Cup Skate IFP и креплением Race Pro Skate. Отличаются они следующим. Во время лыжных гонок существует вероятность попадания палки в крепление и самопроизвольного расстегивания ввиду конструкции этих креплений. В креплениях World Cup Skate эта проблема решена дополнительным фиксатором, который позволяет зафиксировать поворотный механизм. Таким образом предотвратить самопроизвольное отстегивание. Крепление обладает возможностью смещения оси вращения ботинка относительно центра тяжести лыжи в 7 положениях, как вперед, так и назад. Применение данной системы в коньковых лыжах достаточно спорно, но в классических лыжах это просто необходимо. Напомню, что при смещении крепления вперед мы получаем более уверенное держание, при смещении крепления назад – более уверенное скольжение. В коньковых лыжах при смещении крепления вперед мы получаем лучшую курсовую устойчивость, при смещении крепления назад – лучшее точно так же скольжение. Произвести настройку оси вращения ботинка можно непосредственно на лыжне, не используя никаких инструментов. Для этого достаточно сдвинуть фиксатор, и крепление можно двигать как вперед, так и назад. Выбрав нужное положение, необходимо защелкнуть фиксатор, и можно ехать дальше кататься. Поговорим о новинках Salomon и Atomic. Итак, Salomon представлены креплениями ProLink Race Skate. Это топовые крепления, точно так же NNN совместимые. Легкие, надежные, гоночные крепления. Вторая сверху модель. Крепления ProLink Pro Skate, аналогичная система, просто применены более простые материалы. Наиболее оптимальные по соотношению цена, качество, функциональность – это крепление ProLink Access. Крепления надежные, неприхотливые, стоят относительно недорого. И крепления для начинающих или любителей автоматик. Крепления системы ProLink с автоматическим застегиванием, отстегиванием. Крепление от компании Atomic представлено аналогичной линейкой, отличается внешним оформлением. Вместо бренда Salomon на них бренд Atomic. Даже названия моделей одинаковые. ProLink Race, ProLink Pro Skate, Access Skate и Automatic. Классические крепления Salomon и Atomic имеют аналогичную коньковую конструкцию, различаются только с жесткостью флексора. В этом году компания Salomon выпустила новинку – крепление Shift. Крепление представляет собой платформу под систему ProLink, установленную на лыжу, и головную часть, которую можно смещать относительно центра тяжести лыжи. Крепление позволяет регулировать положение оси вращения ботинка относительно центра тяжести лыжи в 5 положениях. Позволяет произвести настройку лыжи без инструментов непосредственно на лыжне. Пару слов о совместимости. Крепление Fisher совместимы только с платформой IFP и устанавливаются только на лыжи Fisher. Крепления Salomon и Atomic можно установить Salomon и Atomic, как и на любые другие лыжи с возможностью установки креплений на шурупы. Ботинки систем ProLink и Tournamic совместимы, то есть можете взять любые ботинки ProLink или ботинки Fisher под креплениями Tournamic и установить на любые из этих креплений. На этом о креплениях все. Увидимся в следующем видео.